Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Ой, ребят, я вас поздравляю. Вот это настоящий сюрприз. Смотрите, какое он мне кольцо подарил. Ух ты, ничего себе. Да, это есть настоящий камень страсти и огненной любви. У нас работа все равно встала. Просто Джо хотел в честь нашей помолвки... Да, я бы хотел взять Мишка, девочек и поехать... В круиз, так это, тренировка «Медовый месяц» старт сегодня. Ты же нас отпустишь. А куда едете-то? Юрмала, море. В ноябре. Действительно, потеплее места не нашлось. Что там сейчас, холодно? Очень. Что вы говорите, мне человек один продать путевки? Ну кто этот завистник? Это не важно, давайте пусть это будет тайна. Ладно, давайте за вас, пингвины вы наши. Будем надеяться, что не замерзнете. В чем дело? Ты же должен был улететь. Я не могу оставить тебя одну. Ну, мы же договорились. Знаешь, я не параноик, но за нами могут следить. Кто? Люди Терехина. Кто это? Наш вице-мэр. Это его мать умерла от Фарбела. А теперь его люди меня шантажируют. Ты же говорил, что это какие-то отморозки. Я ошибался. Все началось с охранников в доме его матери. Они использовали материалы с камер внутреннего наблюдения. Но потом вся информация дошла до Терехина. И он заинтересовался Фарбелом? Сразу смекнул, что к чему. Но теперь ему нужны не только деньги, ему нужно все. И если мы не передадим ему права на патент, я сяду за убийство. Пап, ты что, перестань. Да я не о себе беспокоюсь, Таня. С тобой может случиться все, что угодно. Джаги – это их рук дело. Это предупреждение. В общем, на завтра я вызвал нотариуса. Ты должна подписать гарантию о передаче доли Балагура. Пап, ну ты не наше лекарство, оно Данилина. Он уже начал работать над формулой, чтобы устранить эту побочку. Таня, выхода нет. Что делать? С одной стороны, и лекарство твое, с другой – Терехин. Он отца сосвету живет. Да, и тебя вместе с ним. Нечего думать, отдавайте патент. Ну, а ты? Не привыкать, придумаем что-нибудь еще. Интересно, а Фарбел в СОК, это тоже Терехин? Ну, или его люди? Все может быть, я уже ничего не понимаю. В офисе посторонних не было. Ампулы на месте, шкаф опечатан. Нужно в полицию обращаться. У них криминалисты. Пускай проверяют отпечатки. Этот следователь меня в ужас приводит. Да он точно покатит бочку на Татьяну Валерьевну. Как будто она все это специально организовала, чтобы отвести от себя подозрения. Фея, проходи. Господи, Фея, Джаги на место. Я просто... Мне так стыдно. Я пришла сказать, что это... Может, ты пройдешь? Нет, я на минутку. Я просто... Я хочу извиниться. Я пришла извиниться за вчерашний и за тот срыв на работе. Ладно, проехали. И еще это... Это пиджак Балагура, он его оставил когда-то давно в лаборатории. Лиза, ты что, ты специально для этого приходила? Нет, да, для этого. И извините меня еще раз, пожалуйста, я пойду. Кюхля,
Что у тебя случилось? У меня случилось. Опять у меня случилось. Все время у меня случается. На этот раз холодильный шкаф действительно вскрыли. Украли целую пачку, 10 ампул. А охрана что говорит? Да нет у нас охраны без Портоса. Считайте, просто ее нет и все. В смысле? Вы представляете, по данным с их компьютера, я лично снял сигнализацию с кабинета и открыл его своим ключом. А камеры почему-то в это время не писали. Как это может быть? Ты ключ точно никому не давал? Я понимаю, конечно, в это трудно поверить, но я никому ничего не давал. Он все время был у меня. Кроме фар было, что-то еще пропало? Да все пропало! Все пропало! Вся секретная документация с моего стола! Все, ящик просто вскрыли! Так, понятно. Значит, все-таки звоним в полицию. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Валерьевна, ну вы как? Вас так долго допрашивали? Да, я уже привыкла. Вот что, с завтрашнего дня ты во внеочередном отпуске. Оплачиваем. Нет, так не пойдет. Никаких нет в твоем положении, переживаний ни к чему. Ну, можете хотя бы до конца месяца, вы же тут одна. Да я не одна, у меня теперь Данила есть. Так что не волнуйся. Угу. Есть такое правило. Не виновен, скажи правду. Чего тебе бояться? Я бы посмотрел бы на тебя на моем месте. Знаешь что? На твоем месте я бы не стал воровать формулу лекарства. Кюхля, иди, тебя следователь ждет. Ну как, ты жива? Нормально. Слушай, я следователю ничего про Терехина не сказала. Почему? Ну что мы можем против вице-мэра? Только отца подставим. Это ты так считаешь или твой отец? Понятно. Ну хорошо, я тоже ничего не скажу. Но это не потому, что я боюсь Терехина. Ой, Кюхля, письмо пришло. Знаешь, от кого? Хочешь посмотреть на новых хозяев Кюхли? Наши немецкие партнеры. Нет, ты поняла, он намылился к немцам в тот самый момент, когда ты отказалась подписывать контракт. Как он растворился-то так, когда от следователя вышел? Такого стрякача дал, что даже ноутбук свой забыл. Ну, трубку он не берет. До дома, он дома. Уверен, что жена врет. Добрый вечер. Вилли дома? Нет, он на работе. А мы проверим. Подождите, а что? В сторонку. Куда вы? Он позвонил, сказал, что у него на работе, а врал. Да вы что думаете? Что я вас обманываю, что ли? И правда нет. Конечно, нет. С работы ваш муж ушел 3 часа назад. По-английски. Передайте ему, что лучше бы не заставлять полицию объявлять его в розыск. Я так и знала. Я так и знала. Я так и знала, что этим дело закончится. Я ему говорила. Вы знаете? Вот, вы посмотрите. Посмотрите. Посмотрите, что я нашла. Посмотрите. Вот. Видите, какие суммы? Кому? Кому он их переводит? Откуда у него такие деньги? А? Алло. Здравствуйте, Лев Борис. Добрый вечер, Татьяна. Простите, пожалуйста, за поздний звонок. Очень, полчаса назад Портновского выпустили под залог. Отпустили? Полчаса назад? Да. Портоса выпустили. Ах, слава богу. Спасибо вам большое. Сейчас всех обрадую. Мы этот залог всем миром собирали. Но я вам по другому поводу звоню. Да? Нам очень нужна ваша помощь. Слушаю. Да, похоже, мы знаем, кто убил. Неожиданно. Есть ли такая возможность узнать местонахождение человека по номеру мобильного? Да, конечно. Пришлете номер? Да, пожалуйста. Я вам сейчас смс-кой пришлю. Хорошо, я сейчас позвоню своему старому другу и вам перезвоню. Да, да. Да, спасибо. Да не за что, пока. Спасибо. Сейчас перезвонит, свяжется со знакомым из оперчасти. Ну, отлично. Хотя Кюхля мог и сбросить мобильный. Но, с другой стороны, попытка не пытка, в конце-то концов. Попытка не пытка. Да и Кюхля не агент 007. Да, Лев Борисович. Он в клинике. Странно. Точно? Да, детская многопрофильная на Семеновской. Да, спасибо. Пожалуйста. Ничего не понимаю. Детская многопрофильная клиника на Семеновской. Спасибо вам большое. Не за что. Огромное спасибо. Выздоравливайте. Белль, как вы меня... Как мы тебя нашли? Вахтерша внизу направила. Ты у нас герой приметный. Ну что, герой, сам себя ограбил, а для нас спектакль устроил? Нет, я клянусь вам, ребята, я... Клясться он артистично умеет. Ты кое-что оставил на своей прежней работе. Так мы позаботились, вот привезли. Ты ведь возвращаться не собираешься, верно? Почему? Я... Ну все, заканчивай эту комедию. Я видел твою переписку с немцами. Поздравляю с новым назначением.
Да. Действительно, я с ними договорился. Они мне предложили очень неплохую зарплату. Мне очень нужны деньги. У меня сын больной, сегодня операцию ему сделали. Он с рождения страдал. Что? Ребенок? Твой? Да, курортный роман. Но только я вас очень прошу, моей жене ничего не говорите. Она ничего не знает. Лидочка, и... позови кого-нибудь, у Сашеньки опять судороги. Так, сейчас, секунду, ребята, подождите. Переживала. Жрать хочешь, да? Ну, пойдем. Юхля вроде способный парень, а все у него в кривь-кось. И с ребенком такое несчастье. А у меня за 10 лет детей так и не появилось. Может, и не будет уже. Да ладно, глупости не говори. О чем думаешь? Думаю, кто следующий. Тебе не показалось, что вся эта история со свечами в твоем кабинете уж больно странная? Даже для феи. И вчера она явилась с этим пиджаком. В ту ночь, когда Балагура убили, она также странно вернулась, а потом уехала вдруг. А может, эта таинственная личность, которая отправила Пышку и Джо на Рижское взморье в ноябре, тоже фея? Зачем ей? Не знаю, может быть, не хотела, чтобы Джо со своими американцами под ногами мешался? Может, она тоже выполняет чей-то заказ? Так давай позвоним им, спросим про фею. Звонил. Оба вне зоны действия. А у тебя есть его американский номер? Джо? Да. Нет. Так, Джо работает в American Farm Line. У меня есть контакт их секретаря. Общался по работе еще в Новосибе. Сейчас. Линда, ну давай, отвечай. Здравствуйте, мистер Павлов. Рада вас видеть. Я могу чем-то помочь? Здравствуйте, Линда. Да, мне нужна ваша помощь. Не могли бы вы дать мне номер телефона вашего представителя в России, Дженаро Сибалиса? Мне нужен его американский мобильный. Мы не можем с ним связаться. Одну минуту. Извините, но наш представитель в России Кент Ричардсон. Точно? Вы не ошиблись? Проверьте, пожалуйста. Сейчас. Нет, ошибки нет. Кент Ричардсон. И среди наших сотрудников нет никакого Дженаро Сибалиса. Мне очень жаль. Большое спасибо, Линда. Вы очень помогли. До связи. До свидания. До свидания. Где же он тогда работает? Так, перчатки ты положила? Да. Все, молодец. Аделята, девчонки, давайте. Такси уже внизу. Сейчас выйдем. Так, все. Кто там? Буэнос ночи, сеньоры. Вернулись или еще не уезжали? В любом случае придется задержаться. Ну что, значит, вы тогда в подвале не просто так шуры-муры разводили, а с системой видеонаблюдения разбирались. Джо, верни, что украл. А если кто-то не понял? Ампулы и всю документацию по фарбулу. Так, девочки, ну-ка, марш отсюда. Так, давайте, давайте. Ты вообще знаешь, что такое каждый месяц от получки до получки тянуть? Пока ты тут церемонии разводишь, фармконцепт уже обанкротится давно. Джо хотел как лучше. Мы поехали в Америку, там показали бы все материалы, если бы поняли, что все серьезно. Но патент-то все равно у тебя. А его корпорация предлагала сверхвыгодные условия. American Farm Line? Да. Хорошая корпорация, крупная. Только жаль, наш друг Джо там не работает. В смысле? Ну что, Джо, сам расскажешь? Или нам? Сам. Прости, Белль. Я плохой человек. Пишка, я не жить в Америке.
А где? В Мехико. У меня аптека. Я хозяин маленькой аптеки. А откуда идея с корпорацией? Фармлайн, это правда. Они читали ваш пресс-релиз и заинтересовались Фарабель. Попросили меня, потому что знают, что я с вами вместе учиться, и поэтому обратиться ко мне. Учиться и дружить. М? Они мне обещали работу в Америке. Понимаете? И эту и карьеру в их корпорации. Мне всего лишь нужно было уговорить Балагур, чтобы он не подписать с немцами, подписать контракт с нами. Если не получится, то украсть документацию и материалы. Или убить Балагура. Но! Но! Только выкрасть материалы. Слегка видоизменить, запатентовать и выдать за свое. Верно, Джо? И я тебе была нужна как сообщница. Пишка. Пишка, это неправда. Пишка, я люблю тебя. Привет. Ну, наконец-то. Хороший. Джаги истосковался. Татьяна Валерьевна, а что у вас с телефоном? Разрядился? Просто ваш папа очень переживает. А что с ним? Нет, все нормально. Просто вы ему перезвоните, пожалуйста. Дело в том, что он назначил встречу с нотариусом на завтра на 12 утра по патенту на Фарбелл. Татьяна Валерьевна, пожалуйста, Вы не могли бы взять меня с собой в университет? Дело в том, что у меня скоро начнутся пеленки и все такое. Я же так мечтала там учиться. Хорошо. Не будет так грустно. Спасибо большое. Ну, пойдемте что-нибудь перекусим. Я надеюсь, у господина Терехина больше претензий ко мне не будет. Валерий Дмитриевич, пришли. Здравствуй. Здравствуй. Это Вика на экскурсию. Покажите, пожалуйста, университет. Пойдемте. Елена Константиновна, нотариус. Она подготовила все документы. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно ваш паспорт? Пап, ты уверен? Может, отменим, пока не поздно? Мы уже с тобой, по-моему, обо всем договорились. Отдай паспорт. Вам надо просто подписать. Здесь и здесь. Хорошо. Знаете, тут такой воздух клевый, вот прям знаниями пахнет. Да? По-моему, пирожками. Кстати, если хотите, мы можем с вами сходить в столовую и перекусить. Лучше в библиотеку. Может быть, мне отвезти господину Терехину документы? Благодарю вас, я справлюсь сам. Хорошо. Всего доброго. Ну, вот и все. Прости меня. Данила сказал, отец дороже всего в любом случае. И я с ним согласна. Данила Павлов? Вот значит как, Танюш. Если бы ты знала, сколько раз я пожалел о том, что я сделал 10 лет назад. Можно? Да. Балагуров, заходи. Мне уже звонили. Добился-таки стажировки в Ирландии. Да это не я, это отец. Хороший отец. Говорят, он даже тебе стартовый капитал дал на собственное дело. Ну, обещал, да. Валерий Дмитриевич, вы извините меня, я к вам по личному вопросу. Я слушаю. Я люблю вашу дочь.
Вот так новость. Но ты знаешь, здесь я тебе ничем помочь не могу. Знаю. Она выходит замуж за Павлова, они улетают в Новосибирск. Петр, если честно, я тоже не в восторге от всего этого. Но что я могу сделать? Запретить? У нас не 19 век, к сожалению. Но ведь вы же тоже хороший отец. Неужели вы допустите, чтобы ваша единственная дочь уехала от вас с этим... Да, он талантлив, но он любит только себя. С ним невозможно общаться. Он постоянно со всеми в конфликте. Какую карьеру может сделать этот человек? Где? Хорошо, если Таня от него сбежит до момента, когда дети появятся, а если нет? К несчастью, от меня это не зависит. Зависит? Еще как зависит. Я все продумал. Надо устроить небольшой спектакль с Даней в главной роли. А именно? Павлов собирает средства на свои опыты. Сейчас в универе гостит профессор Густавсон. Предположим, у него пропадают деньги. Что? Нет, нет, Валерий Дмитриевич, ну, в смысле, вы замнете инцидент, а никто не пострадает. Но зато у вас появляется реальный рычаг воздействия на Таню. М? А у тебя? Появляется возможность завоевать ее сердце? Ну, как вам понравилось? Да, очень спасибо. Вика, пойдем. Какая мерзость, какая чудовищная мерзость. Таня! Ты подлец! Ты настоящий подлец! Таня! Таня! Таня, Танечка, подожди, Таня! Милая моя, родная! Ты понимаешь, что ты отняла мне 10 лет жизни? Не говори так, я умоляю тебя, не говори так, пожалуйста! Таня, прости меня! Прости меня, если сможешь! Я не смогу. Ни сейчас, ни когда-нибудь. Вам просили передать. До свидания. Я не понимаю, как мой отец мог так со мной поступить. Ну, он думал, что так лучше. Когда пытаешься помочь собственному ребенку, все средства хороши. Так, все. Мне надо брать себя в руки. Тебе еще собираться поезд вечером. Зачем? Этот Терехин получил, что хотел. Опасности нет. Не обсуждается. У меня впереди еще увольнение верных компаньеров и закрытие фирмы. Ни к чему тебе это. Ты поедешь отдыхать. Сегодня же. Данила, а ты... Правда меня простил? А ты не заметила? Пойдем спать. Завтра будет легче. Вам опять от нас нужно? Лично от вас ничего. Пока. А вот к Татьяне Валерьевне у меня много вопросов. Сейчас не самый подходящий момент. Уж позвольте мне решать. Вы арестованы. Я? Честно говоря, даже в голове не укладывается. Надо же, убрать с дороги родного отца. Что ты себе позволяешь, мою? Не надо, спокойно. Данила, не надо, не трогайте! Спокойно. Танюш, ничего не бойся. Я тебя вытащу сегодня же. Слышишь? Чистосердечное признание сильно упростит наши с вами
отношения. Вот листик, ручка. Пишите. Мне нечего писать. Это бред. А по-моему, бред несли мне вы. Скажите еще, что наш вице-мэр убил вашего отца. Я этого не исключаю. Господин Терехин с вашим отцом были давние друзья и партнеры. Насколько мне известно, ваш отец поднял на ноги мать господина Терехина. Терехину была невыгодна смерть вашего отца. С ней он потерял права на Фарбл. Договоренность о передаче которых была частью их с Головиным совместного бизнес-плана. Да не было у них никаких договоренностей. А почему вчера в кабинете отца вы подписали документы? На этом настаивал он. А вот вы, как утверждает нотариус, ставили свою подпись на отказе от наследства с явным неудовольствием. Терехин шантажировал отца, он заставил его. Почему же вчера, выходя из кабинета, как показала секретарша, вы кричали отцу: «Негодяй, подлец!» Или это было обращение к господину Терехину? Нет. Вот видите. А куда делся подписанный вами документ? Его так никто и не смог найти. И еще. Кому была выгодна вся эта запутанная история? М? Мне, по-вашему. Я давно об этом говорю, Татьяна Валерьевна. Потеряв мужа, вы унаследовали половину прав на весьма перспективный продукт. Вторая половина была у вашего отца. Оба они погибли при весьма загадочных обстоятельствах. И, наконец, последняя точка. На бутылке с отравленной водой в кабинете вашего отца были только его и ваши отпечатки пальцев. Проглядели? Действительно, что-то я проглядела. Что значит, шансов мало? Обнаружены отпечатки на бутылке. Ерунда какая-то. Какие отпечатки на бутылке? А что было в минералке? Фарбл? Нет, судя по экспертизе, довольно странный яд. Он уже давным-давно снят с производства. 20 лет назад подобный состав использовался для уничтожения паразитирующих насекомых и в сельском хозяйстве. Лев Борисович, не в службу, а в дружбу. Да? Можете мне скопировать результаты экспертизы? Хочу проверить формулу. Ну, постараюсь добыть. Кстати, не знаю, как это может помочь, но Татьяна сегодня на свидании просила передать следующее. Балагуров потерял свой пиджак в день накануне убийства. Она вспомнила это точно, потому что ему пришлось надеть новый костюм на вашу вечеринку. Она считает, что это может быть как-то важно. Ой, спасибо, до свидания. Джо, это Данила Павлов. Приезжай скорее. Бэль в беде. Ребят, спасибо, что бросили дела и приехали. Как вы уже знаете, сегодня утром арестовали Бэль. Ее обвиняют в том, что якобы ради патента на Фарбл она отравила мужа и отца. Бэль? Слушайте, что за абсурд вообще? Они совсем с ума посходили. Рад, что вы не верите в эти обвинения. Значит, наша дружба еще что-то стоит. Хотя, признаюсь, тогда 10 лет назад я в этом очень сильно усомнился. Вы поверили, что это я украл эти деньги. Хотя в действительности это сделал Балагур. Вот где истинная улыбка Лиса. Кто? Балагур? Зачем? Чтобы отбить у меня невесту. Прости нас, мы были свиньи. Ладно, все, проехали. Сейчас важно спасти Бэль. Так а что мы должны делать-то? Для начала нам всем вместе нужно восстановить всю цепочку событий, от начала до конца. Говорить только правду. Угу. Начнем с тебя, Кюхля. Ты уж извини, но после того, как в твоем ноутбуке я обнаружил приглашение от немцев, я прошерстил всю твою почту. Что за презентационная упаковка Фарбл, которую ты должен был передать Балагуру за 2 дня до убийства? Так ее нет. Балагур встречался с немецким пиарщиком, утверждали дизайн упаковки. Он должен был показать образец. Показать, но не отдать. Ну да. Блин, точно. Я пообщался с этим немцем. Он действительно вспомнил, что Балагур показывал упаковку, а потом убрал ее в карман. Но в тот день домой он вернулся без пиджака. Видимо, где-то оставил. Позже пиджак принесла ты, фея. Сказала, что шеф оставил его в лаборатории. Но Фарбла там уже не было. Ты ничего не хочешь рассказать?
самом деле он оставил его в ресторане. Я когда пришла к вам тогда, и я очень хотела все рассказать, я просто не смогла. Расскажи сейчас. В тот день мы с Благуром расстались. Навсегда. Подождите, я ничего не понимаю. В какой день? 10 лет назад? Да нет! Ну а когда? Накануне его смерти! Все эти 10 лет! Я была его любовницей! Все будет отлично. Давай выпьем. Давай, ну давай. Вот. Твоя фирма озолотится, и мы с тобой обязательно... Давай, давай. И мы с тобой наконец-то поженимся, да? А знаешь, да, пусть все неприятные разговоры выпадут на этот чертов день. Лиза, я действительно скоро уйду от жены. Я знаю. Но не к тебе. Я встретил другую. Прости. В смысле? Петь? Петь, ты чего? А как же я? Петя, я... Сядь. Петя. Сядь. Я тебе вообще-то 10 лет ждала, Петь. Петь, я из-за тебя детей иметь не могу. А я могу. Я не виноват, что я полюбил другую женщину. Мне нужен сын, наследник. А ни ты, ни Таня мне его дать не можете. Хорошо. Ты как... И что теперь? Ничего, все хорошо. Будем общаться как друзья, как сотрудники. В смысле, Петя? В прямом. У нас завтра вечеринка, не забывай об этом. Подожди! Пусти, пусти! Подожди, пусти. Я хочу поговорить! Я хочу поговорить! Извините, пожалуйста. Да как же так? Ты ведь сама бросила Балагура еще в универе. Потом еще замуж выходила. Это неправда! Балагур, он просил меня инсценировать наше расставание. Пока он не раскрутит свой бизнес. Ему очень нужны были связи, Головина. И ты согласилась, а Боль ничего не сказала. Хуже! Хуже! И я сделала аборт. А сейчас я сделала еще хуже. Ты убивать Балагу? Я его не убивала! Я хотела убить себя на его глазах. Я хотела сказать тост в честь этого проклятого Фарбала и умереть. Господи, фея. Да, я взяла этот пиджак домой. Там действительно был наш препарат. Я знала, что на этой вечеринке ты будешь готовить улыбку Лиса. И ты поняла, что сочетание компонентов будет смертельным? Да. В улыбке Лиса много ванилина и вишальдегид. Да, я вылила ампулу себе в бокал. Я уже хотела, но тут ты появился. Вы с Благуром сцепились, произошла драка. И потом все бокалы перепутались. И он взял первый попавшийся, это был мой. И он выпил его. Но я не хотела! Я должна была его остановить! А потом ты просто выбросил пустую ампулу за забор. Нет, ампулу выбросил я. Феечка, фея, замерзнешь. Иди в дом. Уйди! Я сразу-то не поняла.
Я только ночью про эту ампулу вспомнила. Сообразила, что могли отпечатки пальцев остаться. Испугалась, вернулась, конечно. Помню, что где-то около крыльца ее выкинула. Искала, не нашла. Не мог я по-другому. Я как чувствовал, что балагур тебе какую-то пакость сделал. И ты, конечно же, решил, что это я. Я убийца, да? А этот цирк в фирме? Ты поэтому же устроил? Прости, не знал я, что ключ, который мне Ромка сунул, он от твоего номера в гостинице. Я хотел следы замести, да и делу конец. А потом обратный ход дать не мог. Пойми, ее нельзя в тюрьму отправлять. Ну а где оставшиеся ампулы из пиджака балагура? Я не знаю, они дома были. Я их дома оставила, когда на вечеринку поехала. Потом вообще про них забыла. Вспомнила, их нет. Насколько я понимаю, оставшиеся 9 ампул влили в сок Белли и Вики. Это не я. Это не я. Я клянусь вам. Да вы что, мне не верите? Верим, успокойся. Да кто их собрать-то тогда мог? Я не понимаю. Да кто угодно. Я вообще, вы видите, что я не в себе? Я вообще, по-моему, даже входную дверь не запирала. А я думать, что кто угодно не мог взять. Только тот, чья выгода. Лакомый кусок один. Патент на Фарбл. Ну кто на него мог претендовать? Слушай, а ты говорил, что в деле с Головиным замешан вице-мэр. Терехин? Терехин. От убийства профессора Головина он только проиграл. Ну так может, у Терехина тоже были конкуренты? Об этом я не подумал. Надо у Вики узнать, кто в последнее время крутился вокруг балагура. Так давай звони скорее. Конечно. Трубку не берет. Она сейчас в поезде, еще до Сочи не доехала. Что же вы, бедную девочку не могли на самолете отправить? Да она сама не захотела. Боится за будущего ребенка. Еще сказала, никогда на поездах дальнего следования не ездила. То есть как не ездила? Ну как не ездила? Вообще странно, слушайте, у нее отец на железной дороге работал. Ну хотя, может, эти дезинсекторы, они не ездят, они, может, на станции так своими этими химикатами прыскают. Ты сказала, у Вики отец был дезинсектором? Ты уверена? Ну да. О, дочура приехала. Вспомнила мамку. Ой. Еще не сдохла? Ну чего ты так, мать-то? Ты что там ищешь? Отвали! Не трудись, Викуля. Значит, обратно на самолете не побоялась возвращаться? Ну, конечно, забыть такую важную улику. А я на вас уже ориентировочку в Сочи собирался отправлять. Спасибо, что избавили от лишних хлопот. Отпечатки уже сняли. Весьма качественные оказались. Что-то мне нехорошо. Я беременна. Позвольте. Дочь, я бабушкой стану. Изображать потерю рассудка на фоне беременности не советую. У нас очень хороший врач. Инсект 78. Таким ядом раньше в пассажирских поездах насекомых травили. Что, отец притащил? Это было-то когда? Тогда все перли. Одного не могу понять. Зачем? Неужели банальная зависть? А чего мне завидовать? Я теперь на равных с Татьяной Валерьевной. Попалась, отсижу. Ничего, я еще молодая. Зато она потом со мной поделится дивидендами. Дивидендами? С чего? С Фарбала вашего. А Фарбал здесь при чем? А при том, что мой ребенок законный наследник Балагурова. Говорите, врачи у вас хорошие. Отлично. Рожу, проверите на отцовство. Когда вы стали любовницей Балагурова? Сразу. Как только познакомились. Он меня в баре заметил. Потом снял мне квартиру и устроил секретаршей фар-концепт. Между прочим, Петя говорил, что мы с ним одной крови. Вообще-то ему со мной было хорошо. Только он со своей этой профессорской дочкой никак развязаться не мог. Но пока не запустит Фарбал. Вы кого-то подозревали в убийстве любовника? Да мне вообще было все равно. В кои-то веки вытянула счастливый билет. И такой облом. Ревела день и ночь. А почему вы не ушли из фарм-концепта? А зачем? Там спокойно. Меня все любят. Ну, потом уже, когда узнала, что беременна, начала как-то вертеться. Для ребенка. А где вы взяли ампулу Фарбала? У феи.
Ну, то есть у этого нашего технолога Ракитиной. Я у нее однажды целую ночь дома провела, сторожила ее пьяную. Увидела пиджак Пети и решила позаимствовать. Чтобы изобразить ваше общее с головиной отравление соком, да? Да, но только все равно из этого ничего не вышло. Откуда мне было знать, что там с чем смешивается? Я же не химик. Потом вообще головоломка началась. Оказалось, что Татьяна Валерьевна не единственная наследница. Ну да, и в случае ее смерти доля прибыли уходит к академику Головину. А вы знали, кто такой Терехин? Ну да. Если бы патент к нему уплыл, все, пиши пропало. Пришлось срочно импровизировать. Отравить профессора, забрать документы. Ну, те, что заверил нотариус. А где вы взяли бутылку минералки, которой отравился академик Головин? В машине у Татьяны Валерьевны. С ее отпечатками. Я законы почитала. Если бы ее осудили за убийство отца, она лишилась бы наследства. Недостойный наследник называется. Даже убивать не надо. Вообще, она ко мне хорошо относилась. Скажите, а мне же уменьшит срок? Ну, из-за беременности. Подпишите. А за вашу фею можете не беспокоиться. Я практически уверен, мне удастся доказать непреднамеренное убийство. Тем более, она же сама пришла. Ну, с повинной, да? У нас это, похоже, семейное. Кстати, она просила передать вам эту записку. Спасибо. Лев Борисович, Ване через своих ребят удалось выйти на охранников, которые начали эту историю с шантажом Головина. А, да-да, вы что-то говорили об этом на похоронах у Балагурова. Так вот, этих деятелей удалось хорошенько прижать. Мы у них целый видеоархив изъяли. Любопытно оказались ребятки. Да всего им было дело. Вот этой записью они шантажировали профессора. О том, что она принимала фарбл, полиции говорить не нужно. Вы меня поняли? У них вообще компромата море. Они не только матушку Терехина фиксировали, но и жену Терехинскую с полюбовником. И как сам хозяин развлекается. А до кучи и свои подвиги записывали, хроникеры. Может, это как-то использовать? Ну, ваших охранников закрыть будет несложно. А вот с Терехиным я, конечно, не всесильный. Максимум, что могу обещать, это мировую, то, что он перестанет вас трогать. А фарбл? С фарблом хуже. Пропавший документ о передаче прав Терехина, оказывается, нашелся. У Вики при обыске. А что же она его не уничтожила-то? Она же ведь собиралась. Не успела, к счастью, для Терехина. Теперь этот документ фигурирует в деле. То есть в глазах закона, особенно учитывая Терехина, передача патента – это результат доброй воли отца и дочери Головиных, правильно? Получается, что так. Да плевать, пускай владеет. Пока мы занимались фарбалом, я придумал кое-что поинтереснее. Новый препарат от астмы? Да, и более совершенный. Уж этот патент я не упущу, будет моим на 100%. Хотя нет, на 10% Кюхлиным. Этого должно хватить на погашение ипотеки, ну и чтобы сыну помочь. Спасибо. Круто! А Вика пусть с Терехиным разбирается, когда выйдет. Гляди, что-нибудь отвоюет. Но вряд ли с выгодой для тебя. К тому же, дело о смерти Терехиной уже заведено. Не-не-не-не, ребята, я не могу. Мне нельзя в тюрьму, я не могу. У меня Сашенька, Успокойтесь, вам ничего не грозит. К тому же, тестирование заказывал Балагуров, а Терехина вообще официально не входила в эти ваши тесты. Спасибо, Лев Борисович, но мне нужно бежать к Белле. Она неважно себя чувствует. Пока. Спасибо. Будь. Пока. Адиос, амиго. Пока. Что сказал врач? Сказал, что не понимает, почему у меня до сих пор не было детей. Значит, все хорошо. Отпускай. Со мной теперь надо осторожней. Прости. Просто тебе на роду было написано родить ребенка от меня. Смотри. Ну как, распогодилась? Распогодилась. А теперь закрывай глаза. Закрывай. Иди со мной. Открывай!